Барнаул, Камень-на-Оби, Машково, Татарск, Новосибирск. Более 100 спортсменов разных возрастов съехались в наш город. Искитим представляла команда в составе 19 человек. На протяжении 3 дней в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы шли зрелищные бои. Среди участников были 3 победителя первенства Европы и призеры первенства России. Искитимские спортсмены выступили уверенно. В итоге 11 лидеров. Искитимцы стали лучшими в 11 весовых категориях. Также команда Искитима заняла первое общекомандное место, опередив клубы «Сузунец» и «Чкаловец».